Всем приветики, с вами Владимир Вольский и Анна. Вот, у нас сегодня очередной день из отдыха в Одессе. Рада, что вы снова с нами. Но если еще не подписаны на канал, то обязательно поставьте колокольчик и палец вверх, потому что видео не всегда показываются в ленте новостей, если колокольчик не стоит в связи с новыми изменениями на YouTube. В общем-то, сегодняшний день — это продолжение дня после обеда и KFC. В общем-то, мы посмотрели, что у них там как есть. Даже одну курочку взяли с собой. А теперь мы снова оказались на пляже. Это пляж называется Отрада. Ну вот. И я планирую снова искупаться и посидеть с Анной. Устроить такое романтическое окончание дня. Сегодня вторник, середина июля. Даже, наверное, ближе уже к 21 сегодня июля, по-моему. Вот, Анна пробует воду, что-то она не купается, не знаю что. Ей все холодно. Она, видимо, привыкла к воде, которая в Индии. А вот в этом году при мне, по-моему, Анна еще ни разу не купалась. Ну, вот. Анна, ну расскажи, почему тебе холодно постоянно? Я не знаю, она не холодно, потому что я люблю теплую воду. Для меня холодно. В общем-то, вы понимаете. Случай очень тяжелый. Так что я пойду сам купаться. А потом у нас, как обычно, будет романтические посиделки, романтический ужин. На пляже очень хорошо кушается, но единственное, что сегодня на пляже Отрада немножко пахнет тухлыми мидиями. Наверное, очень жаркий день был. Вот. Но Анне это не мешает кушать вот такой вот десерт. Вот, с бананом и шоколадкой. И Анна смотрит какого-то тоже ютубера. Солёный погребняк. Погребняк, вот написано. Ну ладно. Ну так, так что идем типа плаваем. Да. Я только твой канал смотрю, только то, что ты снимаешь. Johnny, don't leave me. You said you'd love me forever. Honey, believe me. I'll have your heart on a platter. Might you recall? We've got a small family business. So far, I'll tell Uncle Rocco to call off the guys with the crowbars. You call it crime, we call it smart family business, and the family is famous. Let's buy some kneecaps. В итоге искупался, водичка, в принципе, теплая, для меня очень хорошо. И уже не чувствуется запаха гниющих мидий. И мы поэтому решили даже покушать, только что ездили в обжору, а там есть чиабатта. Вот такую у нас есть. Такая вот чиабатта. 20, там что-то 9 гривен стоит вот такая, с курячим филе, значит, с куриным филе. Но в прошлый раз мы брали в обжоре какие-то гамбургеры, они были суховаты, в этот раз поэтому у нас есть новый кетчуп, чумак, салатки, чили. Ну такой. Покажи, Анна, какая она внутри. Сейчас Анна распаковывает чиабатту. Тебе раскрыть? Конечно. Покажи, что там. Вот, она состоит из большого куска прожаренного филе. Большого? Ну вот, и сыра непонятного какого-то, кусочек помидорки. И это. Сейчас мы добавим туда соус. И она заиграет совершенно другими красками. Вот. Салатки чили.
Это вот как в Макдональдсе, только стоит такое там, не знаю, сколько оно стоит, ну, пускай будет там 15 гривен такой соус, наверное, стоит целая пачка, а в Макдональдсе там за 7 можно купить этот самый. А, кстати, мы еще были в KFC, у нас целое жменье соусов осталось, тоже их попробую и воспользоваться вместе с этим. Вот так, сейчас достанем. Чиабатта оказалась очень даже хороша с этим соусом, он сдобрил ее. Ну вот, я уже целый кусок откусил, так что всем приятного аппетита, кто кушает. Ну вот такую еду мы берем в Одессе с собой на море. Две таких чиабатты, в принципе, достаточно, чтобы наесться, и бутылочка воды. Вот, на двоих. И все, в принципе, на сладкое. У меня больше кусочков. Ну вот, смотрите, а здесь целых два кусочка филе, так что не повезло. Видите, она пользуется перчатками, когда кушает. И будет сдабривать соусом KFC. Вот у нас, видите, три банки еще осталось таких. Это с чем соус? Горчица. О, судя по всему, с горчицей. Ты его что-то криво открыла? Нет. Криво. Горчично мне не нравится. Он похож на обычный майонез того же самого чумака. Вот. Только чумак стоит дешевле 10 раз. Вот так, видите, Анна выколупывает одним кусочком филе и размазывает целую банку горчицы. Вот такое вот действие интересное. Надеюсь, будет ей вкусно. Ну что же вам могу сказать. Вроде бы посиделки на пляже окончились. Мы так знатно покушали. Потом еще пахлаву. Потом я и не купался второй раз. Вот. И наступил вечер, как и полагается. Так что теперь мы отправляемся в обратную сторону. Вот Анна едет на этом, на самокате. Ну, вот такие вот у нас дни в Одессе происходят. Ничего такого супер такого, кроме KFC, вот мы не видели. Это в прошлой серии было. Просто отдыхаем. И никуда не хочется пока что ездить. В Одессе как раз курортное время и очень теплая водичка. Вот, поэтому нам больше ничего особо и не хочется. Ну что, всем пока-пока. Спасибо, что посмотрели это небольшое видео. С вами Владимир Вольский, Анна. До новых встреч из жизни в Одессе. Пока. Давай раскрасим серый мир, чтобы для нас он стал цветным. Наполним